Привет вам с Дальнего Востока, с города Владивостока. Мои уважаемые зрители попросили меня показать, как включать и выключать водяной насос в тот момент, когда он наполняет какой-нибудь водяной бак. И тут, как говорится, без стакана не обойтись. Вот, допустим, у нас водяной бак, типа а-ля стакан, а это водяной насос, сделанный, кстати, из обыкновенного водяного счетчика с помощью вот такого 220-вольтового мощного мотора, который в полкиловатта мощности может прокачивать воду и накачивать ее прямо в стакан из какой-нибудь бутылки, ну или из скважины, у кого как удобно и кому как сделано. В общем, когда работает этот насос, он закачивает воду, когда бак наполняется, он должен выключиться, а когда бак опустеет, он должен включиться. Как бы это сделать так? И несмотря на то, что я это давно уже делал и давно показывал, настойчивость моих уважаемых зрителей, она должна быть вознаграждена. Человек просил, я делаю и показываю. Итак, как бы нам сделать так, чтобы вот эта вот система автоматически включалась и выключалась по мере заполнения или наполнения? Ну, что для этого потребуется? Конечно, в принципе, ничего сложного. Берем всего лишь какой-нибудь контроллер, который будет следить у нас за состоянием бака воды с помощью вот такого вот датчика влажности. Вот, подключаем датчик влажности к контроллеру, а уже на выходы этого контроллера, конечно же, написав соответствующую программку и подпрограммку, мы подсоединяем вот такое вот симпатичное реле. Реле, оно уже снабжено вот здесь вот диодом и транзистором, причем транзистор стоит поперек обмотки, как это и положено для гуру лайфхакеров. Ну, что еще потребуется? Конечно, какой-нибудь блок питания, чтобы питать саму вот эту вот мозговую схему. Для датчика питания не потребуется, он в принципе работает и от самой бортовой сети этого Arduino. Обязательно надо будет блок питания для питания вот этого вот реле. Ну, можно использовать, конечно же, аккумуляторы. Без шнурочков и USB разъемов мы не обойдемся. Итак, начали и закончили. Ну что, вы действительно думаете, что все это нужно для того, чтобы сделать датчик и систему, которая будет включать и выключать, ну, как, кого? Водяной насос, да, я забыл про него, пока рассказывал вот эту вот ахинею. Давайте от чего-нибудь откажемся. Ну, как бы от блоков питания тут особо не откажешься, оставим хотя бы один и батарейки. Ну, или батарейки, или один блок питания. Один блок питания уберем, не надо. Теперь что? Ну, давайте датчик оставим, мозги. Ну, разве можно делать умную электронику с мозгами? Да долой их нафиг. Разъем стоит оставить, и провода всегда пригодятся. Итак, вот мы сократили эту систему до датчика воды и вот такой вот релюхи. Итак, очередная гениальная самоделка, по счету посчитаете сами. Вот так вот соединяется, питанием питается, и моторчик включается и выключается, когда здесь замочили контакты или отмочили контакты. Ну, то есть, осохшие контакты выключают реле, а замокшие контакты включают реле. Я, кстати, мой сын показывал, как это делается. Это датчик дождя, он подсоединяется к релюхе напрямую. И здесь вот коммутируется напряжение, и токи достаточно большие, чтобы вот такой мотор включался и выключался. Но это все как-то по-казенному, мол, и детали такие надо заказывать, и покупать их надо. Ну, не так интересно. А что если? А давайте я сразу скажу и удивлю. Очень многие, наверное, сейчас придут волосы дыбом, если я скажу, что вот это вот реле, симпатичное, мощное, хорошее реле, выполняет именно ту самую функцию, которую меня попросили показать. Да, здесь вот, если правильно соединить провода, это релюшечка при замыкании, то есть замыкании вот этих вот двух желтеньких проводочков, она включается и выключается. Ну, а как вы знаете, реле имеет несколько групп контактов, одни из которых нормально замкнутые, другие нормально разомкнутые. Да? То есть, вот, всего лишь одно реле. Но где же его возьмете? Это не менее просто, как и Arduino. То есть, и Arduino брать, и вот такое реле искать. Нет, это вот тут что-то не то. А может, можно сделать проще на обыкновенном реле. Вот это вот реле IGBIN есть обыкновенное. То есть, вот на обыкновенном реле вот эти вот контакты, которые будут включать и выключать наш электродвигатель по команде извне от какого-нибудь датчика симпатичного, реле сработает. Ну, что для этого надо? Ну, парочку транзисторов как бы надо. А вот вместо диода лучше рекомендую поставить конденсатор, тогда будет все срабатывать гораздо более эстетичнее и прозаичнее. Транзисторы, даже два маленьких, справятся с вот этой катушкой реле, чтобы она включалась и выключалась. Питание для вот этого реле надо вот такие два аккумулятора. Либо вот блок питания вот такой не подойдет, он 5-вольтовый, а сюда надо хотя бы 8-9 засунуть. Ну, можно батареечку крона, в принципе, ничего серьезного. Или же вот два аккумулятора, практически на год хватит этих аккумуляторов, чтобы реле вот так вот оно включалось и выключалось по команде вот на эти транзисторы. Транзисторы соединены по парочке Дарлингтона. Найдете, на моем канале я это показывал и не раз. То есть, все это делается просто. А может, можно упростить?
или как-нибудь усерьезнить. То есть реле, какие-то контакты. Хотя к контактам мы, ребята, еще вернемся, потому как даже самая благородная и умная Arduino заканчивается тем, что замыкает и размыкает электрические контакты вот в таком реле. Но реле, это реле обыкновенное, а ведь есть необыкновенные реле, знаете таких? Необыкновенные реле – это так называемые реле электронные. И вот тут я покажу вам вот такую штуку, от которой волосы дыбом станут у некоторых радиолюбителей, у которых есть позывной. Не буду называть их позывной. Короче, вот этим транзистором можно сделать все то же самое, что делает вот такой вот релистер. Вот транзистор, вот релистер. Да, не верите? Проверьте сами. То есть можно сделать то же самое. Ну, если вам это так страшно, то можно достать парочку или один хотя бы тиристор. С помощью тиристора, а он у многих называется электронным реле, вот с помощью тиристора тоже можно руководить. То есть на управляющий электрод мы подаем сигнал в случае тревоги и замыкания. Вот не путайте замыкание с замыканием, хотя я так произношу, что, наверное, не всем понятно. Вот, и тиристор включится, моторчик зажужжит. Надо будет, тиристор отключится, моторчик отжужжит. То есть насос будет качать или не качать. Ну, то тиристор, то транзистор. А еще есть хорошая штука, полевой транзистор. О! Вот такими четырьмя полевыми транзисторами можно не то, что вот такой вот двигатель запустить, а двигатель какого-нибудь, катушка намоточного станка. Ну, короче, большая мощь кроется в этих маленьких деталях. Но капризные они, правда. На их затвор абы что не подашь, и можно как бы пролететь. Хотя схема, которая строится на них, без реле, а можно и с реле. То есть они могут управлять вот такой релюкой в качестве вот таких вот транзисторов. Один транзистор поставили, вот такой полевой, и релюшка будет управляться. Очень легко делается схема. То есть когда у нас намыкает затвор, вот, и он замыкает у нас плюс, сопротивление воды примерно 0,5 мегаома, транзистор открывается. Вода упала с этих ножек, транзистор закрывается. Мощность всех четырех этих транзисторов вместе взятых 400 Вт. По-моему, так. Ну, каждый по 40. 400 Вт. 400 Вт – хороший движок. А если в импульсном режиме? А если еще с большим радиатором? То, наверное, и киловатт 20 потянут. А может, и не потянут, кто его знает. Может, я и соврал. Ну, тут вы меня поправите. Все равно мы придем к тому, что все-таки проще всего делать и работать вот на таких релюхах. Ну, а может быть, без них? Как вы думаете? Ведь простота, она не то чтобы хуже воровства. Простота и лаконичность, она, во-первых, она доступна. Во-вторых, она улыбчива, серьезна и более весела. И поэтому долой-ка мы всю эту требуху уберем, оставим этот насос как декорацию, и я покажу вам то, о чем не должен знать никто. Вот так. Смотрите, вуаля! Забыл подписать. Ну ладно, простите меня. Представьте себе, что вот на этой лампочке написано «Мотор насоса». Ну, то есть вот. Вот так вот поставлю мотор насоса. Вот эта лампочка и будет мотор. Ну, на самом деле, сделаю наверняка с точностью до наоборот. И вот что же мы имеем. Давайте рассмотрим эту конструкцию поподробнее. Мало того, я даже расскажу, как я ее делал. То есть я взял вот такой вот выключатель, который имеет группы контактов такие же, как в хорошем реле. Вот мощные группы контактов. К этому выключателю я взял и приделал вот такую палку. Это очень сложный процесс. Он требует инженерно-технических знаний. То есть палка, когда опускается, контактик замыкается и размыкается. При этом тут две группы контактов. Одни нормально замкнутые, другие нормально разомкнутые. Выдерживает такой выключатель дофига и больше. Но как вы поняли, что вот такую кнопку, в принципе-то, можно заменить и старым допотопным вот таким вот симпатичным выключателем, который любую лампочку, любой электромотор на 220 вольт своими вот такими мощными контактами прекрасно замкнет. То же самое делаем. То есть берем, приклеиваем к нему вот такую палку. Причем давайте покажу жало моего клеевого пистолета. Оно просто великолепно. Смотрите, как оно блестит. Ну, вы поняли, к кому это я обращаюсь. Приклеиваем здесь так красивенько, сопли мажем. Приклеили хорошо. Можно на болты, можно на электросварку. Вот получили вот такую систему. Что делает эта система? Она включается-выключается в тот момент, когда палочка нагибается и разгибается. То же самое делается с кнопочкой. И то же самое делается... О, да, я точно знаю, какой вопрос мне зададут. Вот это вот очень мощный выключатель. А то, что у меня на макете какой-то микроконтакт стоит. Ну, ладно бы я поставил туда вот такой вот 27-вольтовый и с очень большими амперами. Где-то тут были написаны, я про него рассказывал. А, вот тут вот написано. Мощный вот такой вот контактор. Ну, не контактор на самом деле, это микрокнопочка такая. Мощная. Но у меня там маленькая стоит. Хорошо. Та-дам! Черный ящик в студию. Один черный ящик убираем, другой черный ящик ставим. На селедку не смотрим. Смотрите.
Есть у меня вот такая штучка. Она по размеру такая же, как микроконтакт. Давайте. Давайте покажу вот так вот поближе. Видно хорошо, что это микроконтакт. Вот он размер. Микроконтакт. Как же так? Как же я собираюсь вот такой вот мощняцкий двигатель брать и включать и выключать вот такой вот вшивенькой кнопочкой? Ну, как говорится, посмотри и помни. Давайте посмотрим, что написано на обороте. Вам хорошо видно эту белую надпись? О чем она гласит? 10 ампер, 125 и 250 ваков. Я думаю, 10 аков и 250 ваков кое о чем говорят. Можете верить, можете нет. Я не сам эту надпись писал. Но вот эта кнопочка способна включить не только вот такой вот двигатель, а даже утюг и электрочайник. Открою вам секрет. Эта кнопочка именно из электрочайника. Правда, 90-х годов и изготовленного. А вот не скажу, где изготовленного. Специально так вот посекретничаю. Интригу задам. Ну вот, значит, вот это у нас лампочка, это электромотор. Что я там все руками, да языком, все теоретизирую. То есть то, как я пилил ножом вот эту палку, я показывать и рассказывать не буду, тем более, что показал. Как я отверточкой привинчивал. А ничего я отверточкой не привинчивал. Я на клей приклеил вот такую пробку. Их, да, забыл сказать, что на конце этой палочки, вот так вот к этой микрокнопочке, должен стоять поплавочек из пробочки. Лучше всего вот из пробочки. Да, люблю я пробочки, меня как раз вот за это любят, что я пробочки люблю. Вот шикарная пробочка, и она будет опускаться, включать, подниматься, выключать. Опускаться, включать, подниматься, выключать. Но это все теория и схема, правильно? Карандашиком там по схеме, по чертежику, по транзисторам хорошо водить рукой. Еще лучше руками в розетку вилки совать. Давайте сунем. Вот. И показать, как все это дело произойдет. Так, где наш бак? Ой. Вот так вот. Эй. Вот наш бак. Ну ладно, мотор подвину. Вы поняли, что лампочка обозначает у меня включенный мотор. Причем лампочка не светится, когда мотор жужжит. То есть вот сейчас этот мотор накачивает воду в стакан. Так, воду в студию. Где мы тут? Берем и мотор качает воду в стакан. Накачал воды, лампочка загорелась. Для непонятливых и для тех, кто любит Arduino, поясняю. У реле, как и у этой кнопки, как и у этой релюшки, как и у этой... Где она? Потерял ее? А, вот она, вот этой штучки. Всегда есть нормально замкнутые и нормально разомкнутые контакты. Я использовал ту группу, которая лампочку эту заставляет не светиться, когда бак пуст. И делать наоборот, когда бак полон. Вот так вот. Давайте еще раз покажу. То есть сейчас, когда лампочка не светится, у меня замкнута одна группа контактов, и моторчик жужжит. Вот он жужжит так красиво. Вода наливается в бак. Но как только бак наполнился, все, загорелась лампочка, а мотор отключился. Так понятно? Надеюсь, это вам понятно. И что бы там ни говорили, как бы там ни рассказывали про мудрость схем электронных и, как ее там называют, искусство схемотехники, но все равно все заканчивается на обыкновенном выключателе и штепселе. Воткнули вилку, нажали кнопочку, и все работает. Да, позвонить по телефону этому устройству нельзя. Но в принципе, я показывал радиопередатчики, которые прекрасно могут эту систему активировать и дезактивировать всего лишь на двух транзисторах и одной релюшечке. Кто не видел, ну посмотрите, не могу же я все повторять. Ну, а на этом давайте уберу, чтобы было видно красоту, прелесть и лаконичность этой установки. Вот она вся установочка, которая включает и выключает насос в тот момент, когда наш бачок полон или пуст. Между прочим, если кому-то очень сильно надо настраивать эту кнопочку, то настраивается она легко с помощью вот этого контейнера, в который можно добавлять грузы, либо этот контейнер ставить куда-то ниже. Ну, как вы понимаете, эта штука может быть изготовлена из проволоки, иметь Г-образную форму и так далее и тому подобное. От этого будет зависеть, в какой момент включится насос, а в какой момент выключится.
Мало того, на моем канале в самых ранних роликах года 3 тому назад я показывал, как вот эти штуки можно включать не только датчиком вот так вот подъема воды, а еще и датчиком давления. Интересная, гениальная, оригинальная самоделка, забытая на ютубе давным-давно. Кому интересно, найдет. Кому не интересно, спрашивайте друг друга. Кто-нибудь вам, да, подскажет. А на этом все. Пока. До следующих встреч.